всех футболистов и для всех тех, кто черной кошки искать не стоит, тем более, что и семьи в Ливерпуле иногда делят. Не редкость, а в принципе ожидаемая вполне тема для... Самый обсуждаемый момент этого дня. Фирмино нет, Коутиньо нет. Альберто Морен... Для него в этом сезоне в стартовом составе 1 и Джордан Хендерсон номер 14. По сравнению с матчем против Хаддерсфилда, в котором очередная победа для побеждать на Энфилде. И между прочим, он был тем самым тренером. Салах, без него сейчас Ливерпуль не представить. Он уже в штрафной убирает мяч. Сигурдсен дальше. Вот на Робертсона тот простреливает низом. Пикфорд. Салах смещается, мягко подает, но здесь Сан Эндрю Робертсон. Набирает ход шотландец, Милнер проталкивает мяч дальше. Это сделать не удавалось, поскользнулся Мане. В этой атаке Салах, подача на дальний, Милнер блокирует. Так, ну а вот Миньоле, вот опять, ну, достаточно давно так развивается. Не то чтобы конфликтные взаимоотношения, но ничего там хорошего точно нет. Выдерживает паузу, уже отсюда бить сложно. Салах, а ему с любой дистанции удобно. Рикошет до визита Сэма Эллардайса. Подача. Мягко на Мане. Мане простреливает. И Джордан. Мане, Гие не успевает за ним. Я только сказал и не. К бровке Мартина не успел. Подача. И опять Джордан Пик. Клаван успевает чуть быстрее, но и Калверт-Льюин не рассчитал, где приземлится этот мяч. Подача. Кукума. В качестве матча с... не меняется. А вот сейчас Мане. Пауза. Саланке. Софи не очень заметен. А сейчас Сигурдсон уже в штрафной. Пауза. Он не встречает сопротивление. Милнер. Касание. И в течение обстоятельств он может попасть в створ. Но вместо этого подача и сильно далеко от влево. А вот с правым... Нет. Джо Гомес показывает, что... Он очень большой. Милнер! И Руни! Просто бульдогом сейчас. Бежит, 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 бежит. Но важно сделать передачу. Кенни опережает. Ну и все то же самое. Так, Мане. Подача. И опять Госсан. Энди бьет. Сильно английской ассоциации. Для английского общества. Полчаса в первом тайме. И первая желтая карточка. Здесь как аккуратно принимает мяч шотландец Милнер. Чемберлен, Салах. Бежит. Мане. Салах. Не то. Счет явно устраивает. Подача. Ой, как срезается. Салах. Поборолся. Салах. Удар. 1-0. Кто? Салах обыгрывает Куку Мартину, тот падает, смотрит на судью, нарушение. Свалившиеся трудности приехать и не пропустить от Ливерпуля на Энфилд. Концерт не окончен, опять удар, рикошет, Пикфорд летел. Чинквертона. А вот это? Окслич. Убегает Мане, 3-1, бегут Мане, Мане. Слейд, вот как раз подача, там задержался. Ни одного углового Эвертона. Подача, ну как же забивать, действительно. Мяч в ноги Милнера, подача! Как же он это делает, и сейчас. И реакция не делает. А здесь не передача, а удар. Вот. Соланке видит, как Мане спешит, Мане! И здесь подача. Чемберлен, но здесь Гие. На уровне топов в премьер-лиге. Ну и вот первый, естественно, в команде. Салах. Опа! И у него первое закончилось поражение. Переводя мяч на фланг. Салах. Все, что угодно может придумать он. Подача. И стандарты все были пикантными для Эвертона. И сейчас посмотрим. Мане. Салах. Салах. Удар. Время ушло и дальше... Не очень дать. В атаке нет. Нет какой-то химии. Здесь Ливерпуль гораздо ближе ко второму. Снова Салаха показывает Хендо, что он открывается в штрафной нежно. Мане через себя. Отдельная история. Еще высокий мяч. Аккуратно Мартина сбрасывает его на сопернику. Соланке. Удар на газ. Подача Мане. Вот подача какая замечательная.
понимает. Без драматизма ситуация, это опасно. Ну вот и второй мог прийти. Предыдущих он был победитель. Вместо Мохаммеда Салаха. Руни перебрасывая соперника. Дальше Калверт падает штрафной. И Крейг... Миньолен не взял. Руни первый.